вас в этом прекрасном зале на гала-концерте, который завершает музыкальный конкурс «Всероссийский музыкальный подснежник». Весьма интересно, что вот этот конкурс сам длится уже, знаете, около 20 лет, если я не ошибаюсь. Начинался он как городской, пензенский, и со временем завоевал популярность, авторитет, и вот уже сегодня, третий год, он проходит в статусе всероссийского. А ведь на самом деле, если подумать, то около 300 ребятишек, причем из 4 областей Российской Федерации, Приволжского федерального округа, приняли в нем участие, завоевали лауреатские призы. Сегодня мы показываем здесь самое лучшее, и это самое замечательное, что есть у нас, потому что, когда говорим «дети – это будущее», вот мы здесь прекрасно видим, что они – наше будущее. Я вас приветствую еще раз и желаю вам сегодня великолепных мгновений соприкосновения с прекрасным. Thank you.
що вернуться чисто.